Сейчас, секунду. Сегодня мы вместе со всем миром отмечаем праздник Великой Победы. Эта победа далась с огромным трудом всему советскому народу. На защиту Родины встали даже профессиональные спортсмены. Почтить память Любови Кулаковой пришли воспитанники нашей академии. Здесь, на стадионе «Локомотив», который до войны назывался «Сталинец», многократная чемпионка СССР готовилась к соревнованиям и тренировала детей. Это заслуженный мастер спорта СССР ушла с храбрыми людьми и погибла. Когда началась война, юная Люба отправилась в партизанские отряды Смоленщины. В составе диверсионной группы она выполняла опаснейшие задания, преодолевала огромные расстояния и проходила в тыл врага. Ей честь и хвала. Все хотят быть подражать на нее, наверное. Потому что такой человек, женщина, пошла на фронт, как все великие спортсмены. Ну, война – это не очень хорошее слово. Ну, не очень хочется говорить. Никому не желаю войны. Воспитанники Академии «Локомотива» возложили цветы героической женщине и выдающейся спортсменке, которая погибла, выполняя очередное задание. Я желаю нам всем мира.